полностью синхронизируете с этим местом, пространством, где вы оказались, полная синхронизация. Угу. Что ты видишь, чувствуешь? Что вокруг тебя? Ну, все белое, только Бог впереди сидит, как на троне. Много светлой энергии. И он такой большой-большой, а я совсем маленькая по сравнению с ним. Бог наш Отец, Он всех любит одинаково, и тебя любит. Ты можешь подойти к Нему ближе, сказать свое отношение, высказать свое отношение к Нему. Как ты к Нему относишься? Ну, сейчас у меня чувств никаких таких нет, чтобы я что-то высказывала. Ты любишь Его, спасибо за жизнь, за деток, за все, что у тебя есть. За прекрасную планету. Мы его благодарим за все, что у нас есть. Он это знает. Это не обязательно говорить здесь, в этом месте. Он чувствует и видит каждого, кто находится на Земле. И слышит каждого. Что-то, может быть, нам хочет сказать или тебе. Или, может быть, людям на нашей планете что-то хочет сказать через нас. Тебе приходит понимание, зачем мы оказались у него. Как-то приходит, что будьте терпимее друг к другу. Как-то очень все возвысились сами перед собой, возвышаются перед другими. Хотя изначально все созданы одинаково, внутри все одинаковы. Терпимее, осознаннее. Что вы ничем не лучше других, но вы ничем не хуже других. Абсолютно все одинаковые. И наоборот, должны помогать друг другу. Как морально, психически, физически, так и духовно. Поддержать в трудную минуту, поддержать в радостную минуту, направить. Направить словом или делом. Больше следить за собой, за своим внутренним миром. Как внутренним, так и внешним. Учитесь делать добро, учитесь выдавать энергию добра, а не пользоваться всем, что дано. Как взамен давать, не только брать, но и давать. Но это не материально что-то давать, а выдавать энергию светлую. Должен быть гармоничный энергообмен. Да. То есть мы и берем, и нужно и уметь отдавать, давить. Потому что все, что человек выдает, это все накапливается. То есть все, что люди выдают, это все накапливается на поверхности планеты. В этом они и существуют, в этом мире. Человек не замечает, глазу его не видно. Энергетические вот эти поля. Но они есть, они существуют, окружают все и каждого. И негативный выплеск, энергетически негативные мысли, слова, действия, поступки, они загрязняют поле энергетическое, в котором находится человек.
и в общем человечества. Поэтому всегда надо думать над тем, что вы делаете, над тем, о чем вы думаете, чего вы желаете другому человеку. Не надо выплескивать негатив, надо правильно его переформатировать в отрицательную энергию и в положительную. Потому что идет как заражение темной энергии. А находясь в как негативной среде энергетической, люди начинают от этого больше болеть. Это переходит на физическое тело. Поэтому важно очень находиться вот именно в энергетической чистоте. Тогда и тело крепче, иммунитет крепче, и болезней меньше. Надо осознавать, что каждый человек также имеет свою оболочку, как защитную оболочку. Надо за ней тоже следить, учиться пользоваться ею. То есть энергетический такой защитный шар. Многие этим не пользуются. И в результате как раз-таки больше контактируют с отрицательной энергией и больше как заражаются, можно так сказать, чтобы доступно, понятно было. Молитвы, обращение к Богу, обращение к святым, к светлым силам всегда помогают, всегда укрепляют тело, дух человека и защищают его. То есть только вы вспоминаете, обращаетесь, если вы на связи с высшими силами, это всегда укрепляет. Если это вам не видно глазом, то на самом деле на энергетическом плане это происходит укрепление в каждой клеточке тела. Оно происходит в энергетическом плане, ваши клетки становятся как заряжены, как батарейка, и они тем самым становятся крепче, мощнее и более устойчивые к внешним раздражителям. Поэтому надо понимать, что бы ни происходило вовне, главное, как вы к этому относитесь. Не надо негатив сразу выплескивать. Надо отнестись с пониманием. Если нет понимания, надо отнестись с рассуждением, рассудить, почему так сложилось, что к этому привело. Чтобы было больше ясности в голове у человека, чтобы он, опять же, не вырабатывал так много негативной энергии. Люди стали черствее, грубее. Друг к другу. Как будто каждая особь – это отдельная особь. На самом деле это все одно целое, одно единое, один организм. Но это уже это направление вот этих объяснений, оно забыто, отошло назад, в прошлое. Сейчас люди по-другому начинают мыслить, направляют их взор в такое мышление, что надо сделать то, вы должны то, каждый человек должен так и так поступать, так и так делать. Это может быть в этом мире. Но основное, от чего отталкивается, именно от сущности самого человека. То есть не надо забывать, вот самое начало из чего. Это Бог, душа человека. Только помня об этом и развивая душу, развивая свои как бы духовные начала, легче идти по жизни, появляется понимание,
Куда ты идешь? Зачем ты идешь? Для чего ты здесь? Поэтому в первую очередь надо всегда обращать внимание на себя и начинать только с себя. Вот так. Замечательно.